Оценил положительно. Благоустройство дворов в микрорайоне Нагорный в Петропавловске лично проверил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Территорию привели в порядок в рамках федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». В этом году благоустроили 3 территории в разных микрорайонах города, которые охватывают 12 многоквартирных домов. Здесь сразу несколько придомовых территорий было сделано благоустройство благодаря программе федеральной Юрия Петровича Трутнева, который инициировал 1000 дворов. Давайте посмотрим. Жители выбрали в качестве благоустройства покрытие резиновое возле дворов, возле подъезда. И детская площадка комбинированная, и детская, и спортивная площадка. Очень интересные, сами тоже жители выбрали воркауты. В свою очередь Владимир Солодов положительно высказался о благоустройстве. Там не скользкое покрытие возле подъездов, лавочки для жителей, современные детская и спортивная площадки с тренажерами и малыми архитектурными формами. Губернатор добавил, что приятно, что даже в самых отдаленных районах наводят порядок и создают комфортные пространства. Отметим, что с инициативой о реализации проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» выступил президент страны Владимир Путин. В начале осени 2021-го зампред правительства России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев анонсировал благоустройство 1000 дворов в населенных пунктах Дальнего Востока.